В Владикавказе провели акцию «Письмо водителю». Сотрудники ГИБДД совместно с инспектором ПДН и учащимися 38-й школы на одной улице Владикавказа говорили с водителями и пешеходами о правилах дорожного движения. Цель мероприятия – снизить количество ДТП и привлечь внимание общественности к проблеме травматизма на дорогах. А на специальном агитационном автобусе школьникам показали тематические видеоролики. К акции дети традиционно подготовили письма с просьбой соблюдать ПДД и уважительно относиться ко всем участникам дорожного движения. Очень часто с сотрудниками ГИБДД проводим акции вместе с родителями, ходим с лекциями и с викторинами в начальную школу. И благодаря этой работе, я думаю, что учащиеся нашей школы не будут попадать в дорожно-транспортные происшествия.